На месте будущей процедурной пока рабочие инструменты, электрокабели и мешки с клеем. Кафель цвета нежный беж плотно подгоняется один к другому. Плиточник Валерий говорит, позади уже с десяток готовых помещений корпуса Б. А вот если там будет снимать, пойдете, а вот там все комнаты, все это наши, все делали, да? Остов областной больницы в Вологде уже давно окрестили памятником бесхозяйственности. Теперь долгострой превращается в высокосовременный медицинский центр. 44 месяца усиленной работы, и больница примет первых маленьких пациентов. Кабинеты, процедурные, операционные, хозяйственные помещения, палаты будут располагаться на площади в 55 тысяч квадратных метров. Сегодня фронт работ осматривает глава региона Вячеслав Пазгалев. Вот палаты будут выглядеть в таком состоянии. Как это? Идем поскорее. В корпусе Б уже вовсю идут отделочные работы. Не на табличках, просто на листах уже отпечатаны надписи. Бокс, палата, операционная. На окнах стеклопакеты. В каждой из палат санузел и душевая кабина. Комфорт – основное требование к помещениям. Новая детская областная больница станет самым крупным медицинским центром на Вологодчине и максимально комфортным и для персонала, и для маленьких пациентов, и для их родителей. Именно поэтому на территории больничного городка будет устроена вертолетная площадка для приема пациентов из районов, а также социальная гостиница для тех мам и пап, чьи малыши долгое время будут находиться здесь на лечении. Новая областная детская больница больше похожа на целый город. Десятки помещений, сложнейшая система вентиляции, электро- и теплоснабжения, безопасности. В первую очередь еще до медиков сюда должны переехать инженерные службы. Для того, чтобы изучить все системы, и здание могло бесперебойно функционировать. Сегодня глава региона даже предложил ввести новую должность в департаменте здравоохранения. Сюда надо выделять человека, который придет сюда и будет работать каждый день здесь. Постоянно будет здесь. Выделять ему здесь помещение, чтобы он здесь работал. И отвечал за все эти работы. Еще одна проблема, которую необходимо решать уже сейчас – комплектование медицинского персонала. От санитарок до специалистов высочайшего уровня. Объявления уже опубликованы в специализированной прессе. Минимальная потребность на следующий год – где-то около 35 человек. Для того, чтобы нам раскрыть и начать работать нас с современным оборудованием. Поэтому минимальная потребность 35, а так для того, чтобы организовать на перспективу все службы с хорошей укомплектованностью, да, где-то около 80 человек. Специалисты нужны всех профилей из разных регионов России и ближайшего зарубежья. Специально для докторов правительство области готово выстроить новый дом. Об этом прямо на стройплощадке заявил Вячеслав Пазгалев. Мы приняли решение построить жилой дом на 60 квартир для того, чтобы можно было пригласить специалистов. В 5 корпусах больницы будет расположен лечебно-диагностический центр и поликлиника, в том числе кабинеты гравитационной хирургии, патологии новорожденных, отделение гематологии, неврологическое и многие другие. Новоселье ориентировочно назначено на декабрь этого года. Строители обещали все сделать точно в срок, без опозданий. Это величайшая ответственность, и мы этот экзамен должны выдержать. Обязательно, потому что тем более, что речь идет о детях. Нет. У нас нет вариантов. Анна Одинцова, Игорь Трифонов. Новости Вологды.